Всех приветствую на своем канале. Я уже сегодня на балконе. Сегодня погода отличная была утром. Но муж у меня на работе, поэтому я сегодня буду на балконе доделывать дела, и меня еще ждет готовка. Вот. Начинается, кстати, какой-то ураган. Сегодня нужно отшкурить вот то вот окно, ну, откосы, и загрунтовать их. Покрасить, наверное, сегодня не успею, потому что хотела помыть все окна. Хватит болтать, надо идти работать. Такая, не знаю, будет солнце или нет, но лучше бы его не было, я бы помыла все окна на балкон. Потому что даже, мне кажется, через камеру видно, какие они грязные и пыльные. Вот. Ну, сегодня, мне кажется, тепло, потому что тепло опять пришло, уже буквально 2-3 дня, прям такая температура хорошая, 15-16 градусов. Хотелось бы, конечно, теплее, но ладно, хотя бы так, хотя бы не 7, не 0, как это было на прошлой неделе. Приступаю к завершению ремонта и уборки. Отшкурила я откос очень быстро. Все у меня как-то так хорошо, на удивление, получилось. Все это потом загрунтовала, покрасила, и, в принципе, результат нормальный получился. А вот с окнами пришлось повозиться. В итоге я 2 дня провела безвылазно на балконе. Все терла-терла, но зато все оттерла. И теперь мои окна выглядят гораздо лучше. Конечно, небо и земля, даже можно это не сравнивать. Окна все блестят. Все отлично, вроде бы без разводов. Хотя местами разводы есть, но это я потом доделаю. Хочется уже быстрее повесить шторы, но шторы повесить пока я не могу. Нам не пришли плинтуса, заказала я их на Озоне. Якобы они из Беларуси и едут уже 2-ю неделю. Проверка уже здесь. Да, что? Ты приветы передаешь? Ну, я тут грязь все спахнула. Так вот сделала. Ну, носом только не тычь. Только ж помыла. Вот такое вот идеальное окно у нас теперь. Одно только сегодня осилило. Вот так вот. Пока я терла окно, у нас вот так вот испортилась погода. Похоже, будет дождь. Вот там уже на другом конце города как будто бы дождь уже идет. Причем такой сильный. МЧС какую-то смс-ку прислал. И вот тут вот у меня проверяльщик. Окно намыло. На углы не смотрите, мы их будем заделывать пластиком. По сути, я сегодня только вот окно отмывала. Вот такая чистота получилась. Как я долго этого ждала, но меня хватило только на одно окно, потому что оно было очень-очень грязным. И терла я его, наверное, час, а то и больше. Ну, можно посмотреть вот по этому окну, как оно выглядит. Вот то было примерно таким, и мне кажется, даже хуже. Вот, вот так вот. И как оно выглядит сейчас. Конечно, небо и земля. Вот такие вот дела. Пошла готовить кушать. У меня сегодня будет паста. И если успею, еще солянку хотела сварить. Так что дела в субботу не заканчиваются. А я-то наивная полагала, что я сегодня вот это все уберу, полы помою, возможно, даже занавески повешу. Но не тут-то было. Все не так быстро. Я уже на кухне, у меня тут все готовится. Здесь я пережариваю томаты, лук, морковь и огурцы для солянки. Здесь у меня варится картошка и курица. Солянка будет на курином бульоне. Тут порезала колбасу и сосиски 2 видов. Я думаю, нам этого вполне хватит. Поставила воду на макароны. И нарезала колбаски для пасты.
показываю вам, как мы пробовали повесить пробные шторы. Одну только часть повесили, вот так вот нежненько они смотрятся. Эти шторы из Инлина, покупала их на Яндекс.Маркете. Да, они дешевые, но качество шикарное, все идеально прошито, все швы, все мне очень понравилось. И главное, выглядят они очень симпатично.